Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Реакция Мферствилла. Меня зовут Артурчика Мферствилл, и сегодня мы будем слушать инстасамка Who I Am, produced by Манекен. Новый трек Даши Инстасамки. Сниппеты мы видели, как всегда, в ТикТоке. Насколько я помню, она не очень сильно расфорсилась относительно предыдущих песен Даши Инстасамки. Но нужно никогда не забывать о том, что это Даша Инстасамка. Она имеет гигантскую аудиторию, и я думаю, что в любом случае песня найдет своего слушателя. А вот насколько она хорошая, мы попробуем сейчас выяснить. В первую очередь давайте заценим обложечку. Обложечка такая стилевенькая, на самом деле. Прям такая. Реально из Гадюка Гэнг. Даша из Гадюка Гэнг, ребята. Чисто кайфует. Гадюка Гэнг. Вообще чисто Медуза Горгон, реально. Посмотришь, и все, и я замру. По тречку все как всегда. Давайте без лишних прелюдий. Let's go. Нихуя перегружена. Всегда запомнишь этот момент, yeah. И в твоей памяти будет силуэт меня. Я улетаю на другой континент, yeah. И недоступен будет мой абонент, yeah. Да, двигаюсь на бабках, еду в Уайен. Мне не надо представляться, you know who I am. Каждый день проходит лайтово, без проблем. Далеко не все. Да, двигаюсь на бабках, еду в Уайен. Мне не надо представляться, you know who I am. Каждый день проходит лайтово, без проблем. То, что я имею, достается далеко не все. Не стою на кассе и плачу, потому что много трачу. Звоню ему и говорю, что я хочу в Монако-дачу. Вытру слезу деньгами, я сотру себе память, чтобы купить еще раз еще. И потратить все мани. Ты навсегда запомнишь этот момент, yeah. И в твоей памяти будет силуэт меня. Я улетаю на другой континент, yeah. И недоступен будет мой абонент, yeah. Ну, честно говоря, вообще никак. Трючок. Типа, да, такой прикольный мид-темпо, типа, на прямой бочечке Дашка, типа, нормально валит. Ну, блядь, как-то и грязненько все очень, типа, по басам. И как-то грузит оно очень сильно, микс. И по строчкам тут нету, ну, как бы, за что зацепиться. Как бы, вот, не, на мой вкус, это, возможно, самая слабая песня Даши Инстасамки за последнее время, потому что, ну, вот вообще ничего не цепануло, правда. Типа, вот, ну, вообще ничего не цепануло. И вот как бы самое хуёвое, это про то, что, ну вот, блядь, ну нечего тут особо сказать. Ну обложка тут пиздатая, да, вопросов нет, но все остальное, ну типа, обычное, правда, ну... I'm sorry, реально, я люблю Дашу Инстасамку, я нормально отношусь к коллегу Манекену, респектую ему там за определенные вещи, но не моя песенка, короче, ну не моя, ничего не могу с этим сделать. Поэтому, наверное... И нехуй тогда разговаривать.